Слушайте, ребята, вы знаете мою барбе Одоньке. Ну что ты скажешь? Да что, нормально все. Хорошая девочка. Главное, чтобы с папой видели. Хорошо, ну, але скажи, что моя жена? Что о тих людях подумаешь? Так, ну при чем здесь? Жены то женами, но у ребенка должна быть мать, и должен быть отец. Если отец, у отца есть желание и возможность видеться с дочкой, то он должен видеться. Ну а как ты, дева, думаешь, у меня есть желание или нет? Конечно, есть. Оно ж видно. Оно видно. Без желания ж не было бы ничего такого. Да. Ладненько, мы побежали. Да. Очень рад. Помолиться, батюшка, о моей женке, чтобы завтра доньке увидеть. Сказала, что не да увидеть доньке. Уже 23 раза приезжаю с Парижа, с Польши, ноги поломали, инвалидом меня сделали, не дает, мой нос воровала, две машины угнала, 8 раз меня побили. Скажите что-нибудь. Ну, хай Господь благословит, чтобы было правда. Помолиться, чтобы донька вернула. Хорошо. Ну, все видела я, ну, спьянка. Уж небо начинам. Небо начинам просить уже о том. Ой, дочка, моя цуречка. Zobaczcie, jak ona była szczęśliwa ze mną. Zobaczcie. No, a tutaj zobaczcie, tak mnie żegnała przed ostatnim razem. Dzisiaj widział Janusz Pijanka, Sumy, Ukraina, 3 października, listopad 2017 rok. Piątek.